Большинство уйгуров в синьцзянском Хотане исповедуют ислам. В голосе с минарета, призывающего на молитву, как будто отражаются превратности судьбы этой земли, на которой некогда тысячу лет процветало буддийское государство. Большие и маленькие буддийские монастыри и храмы, изваяния из глины и фрески можно встретить по всему городу. Именно отсюда буддизм, корнями уходящий в Индию, начал свое проникновение в Китай, и это стало блистательной страницей в истории распространения религии человечества. Бескрайные пустыни, окружающие оазис Хотан, сохранились древние мировые буддийские памятники, такие как развалины Ния и другие. Храм Равакьи, располагающийся в пустыне Хотана, важный свидетель распространения буддизма на восток. Исключительная историческая ценность храма не перестает притягивать к себе археологов и историков со всего мира. Это туристическая группа, состоящая из профессоров истории и географии различных американских университетов. Они пролетели несколько десятков часов, преодолели несколько десятков тысяч километров и, наконец, достигли этого важнейшего пункта назначения – развалин храма Равак в Хотане. В 1271 году нашей эры Марко Поло с восточного побережья Средиземного моря отправился в Китай. Когда он преодолел все тяготы дальнего пути и добрался до древнего Юйтяня, перед ним предстала благоденствующая земля. Он сделал такую запись: «Здесь всего в изобилии, а у людей есть все, что им нужно». С конца 19 века и до начала 20 века западный край Китая снова оказался в центре внимания всего мира. Этот всплеск интереса нельзя не связать с двумя известными исследователями – шведом Свеном Гединым и англичанином Стейном. Они прославились по всему миру благодаря своим поискам древних цивилизаций в зыбучих песках. Они нашли и раскопали множество руин в синьцзянском Хотане. На южной границе пустыни Такламакан, на берегу реки Ния, Стейн обнаружил развалины древнего городища и выкопал оттуда больше 12 сундуков различных культурных ценностей, спрятанных тысячи лет назад. Когда эти культурные ценности доставили в Англию, западные ученые были потрясены. Развалины Ния прозвали восточными Помпеями. Арнольд Джозеф Тойнби назван величайшим историком нашего времени. Его 12-томная книга «Исследование истории», описывающая расцвет и упадок важнейших мировых цивилизаций, известна как величайшее достижение современных ученых. Как-то на склоне лет его спросили: если была бы еще одна жизнь, где бы он хотел родиться? Ответ Тойнби был очень неожиданным. Тойнби, конечно, 就说过一句话，我如果能够再生的话，我希望呢降生到公元40世纪的和田地区。这么一个大的历史学家，他说出这样的话，他没有说去投身到巴黎或者罗马这样的地方，就说明和田地区呢，它有它独特的魅力。当时讲的西域36个国的话，不少都有一个小国，都分布在和田这一块。他在文化这一方面的话，处于非常发达或者兴盛，尤其是他这种开放性，遥想。 几千年前，人们的遥想那个时代的话，真是觉得令人叫叹为观止。我们所谓早期的群经，所谓的西天，都是到和田。而且早期的经典也都是从和田语翻译出来。如果现在把佛教词汇从中国文化里面剔除了，估计我们可能现在连对话和经典都没有。中国汉语词汇里面革命、改革、攻克，诸如此类的词儿吧，我们现在日常非常常用的词儿，包括日本人也在常用，东亚的韩国也在常用的词儿，都是来自于。 来自于西域，来自于和田，中国和田，而这种影响是深入骨髓的。На уйгурском языке равак означает беседку и павильон. Этот павильон построен со 2 до 3 века нашей эры.
Это следы того времени, когда буддизм только-только проник в Китай. Когда-то этот храм играл важную роль в экономических и культурных связях между Востоком и Западом. Храм Равак расположен в древнем Юйтяне, который имел самое сильное влияние на южную дорогу западных земель. Будучи ключевым пунктом торговли на Великом Шелковом пути, он привлекал множество торговцев. Сюда стекались восточные и западные культуры. Благодаря набожности и стараниям правителя рода Юйчи, юйтяне стали бурно строиться буддийские храмы. Буддийский бонзо династии Восточный Цзинь Фаосянь в 399 году нашей эры отправился в западные земли и Индию на поиски буддийских канонических книг. Древний шелковый путь разделялся на северные, центральные и южные ответвления. Южное ответвление еще называется Юйтянской дорогой. Ее восточная часть начиналась в Янгуане и шла по южному краю пустыни Такламакан, через Чарлык, Юйтянь, Яркен до самого Памира. Древнее государство Юйтянь стало значимым узлом мировой торговли.我们的北京，我们的上海，美国的纽约，所有的高端的全世界最时尚的物质文化精神产品，都通过这个地方往其他的核心文明区去传播。高僧商队来来往往的，当然呢，中间穿插着还有很多政府的官员，因为这个丝绸之路啊，它的整个政治格局呢，它是一体的，在那个时候各个国家之间啊，这个政治关系上的互动是很频繁的。 它跟同时期的世界其他地方比啊，这确实是一块人间乐土，哎，远离这个战争啊、瘟疫啊、饥饿呀、啊，那这人民活得这个非常非常幸福。 На протяжении тысяч лет множество торговцев, посланников, монахов на этой аорте древней цивилизации, пересекающей Евразию, непрерывно писали необозримую историю культурных связей Китая и западных стран. Хатан, расположенный на Великом Шелковом пути, благодаря своей обширности и толерантности, стал классическим образцом общения Востока и Запада. Расцвет буддизма принес с собой и подъем искусства. Вьючи Исен, живописец государства Юйтянь и знатного рода, жил во времена династии Тан. В первые годы правления императора Тайцзуна династии Тан он пришел в Чан'ань. В каждом большом храме сохранились следы его картин. Благодаря ему династия Тан впитывала западную манеру живописи. 那很难想象你在1000年前老开玩笑，你要从这个长安出发，然后经这个短敦煌，那阵这条路上可不是绿洲呀，怎么就可不是一马平川，是跟现在是一样的。通过的这马匹，通过这个驼背，穿越隧道，谈何容易啊？但是它居然能够成为世界文明交流的一个重要的通道。 Дуан Цинь, ученица профессора Пекинского университета господина Ди Сянь Линя. Она одна из немногих ученых в стране, кто может расшифровывать язык древнего государства Юйтянь. После долгих усилий она открыла черный ящик древнего языка Юйтянь и воспроизвела быт людей того времени. ，他要住在那里，要休养生息，在那住一两年，啊，耕种啊，像当地人一样的生活一段时间，然后住两年以后呢，觉得又可以再走了，再打包再继续前进。一个粟特的商队的一个商主，他托这个当地的一个和尚，一个高僧帮他记录的一些他的出帐，所以呢，那个那里头就买的东西也特别的丰富，看起来就一条一条记哈，比如说买地。 啊，有好几条都是买地，买了好几块地，啊，还买酒，还买了洋葱，买兔子，兔子挺便宜的。当地出产的锦，就是丝绸了锦啊什么之类的，啊，就在那个文书上也特别详细的记载。这是一件于田文的文书，据我了解，和田历史上先后使用过10几种的文字，有汉文。
赤鲁文、吐蕃文、于谦文、察合台文等等。这件文书是采集于洛浦北部的沙漠中，反映的是策勒县老达玛沟区域一个官员租用了农民五棵桑树。在古代，这个蚕桑业是当时经济的主要产业。他租用的农民的五棵桑树呢，有租用的时间，他的利息、中间人，他实际他是个契约文书。除此以外呢，那个地方还发现了犹太的，就是希伯来字的一封书信，犹太教的一个神职人员。为什么会有神职人员出现？这说明这地方有犹太的居落。他只要带着钱来，而且他是多种货币经营的，现在可以看出来啊。那么，他只要人们认他的钱，那么他买一块地就住下了啊。那么他的宗教信仰什么的随他走。Согласно историческим запискам, до прихода буддизма живущие здесь люди верили в шаманизм, в манихеизм, несторианское учение и зороастризм. В 73 году нашей эры прославленный полководец и дипломат династии Восточной Хань Бан Чао прибыл в Ютянь. Царь Гуанде слепо верил в шаманизм и политически был склонен к гунам. Он проявил полное безразличие к Бан Чао, и тогда Бан Чао замыслил отрубить голову шаману и поднес ее Гуанде. Потрясенный Гуанде убил посланцев гунов и изъявил покорность династии Хань. Эта легендарная история говорит нам о разнообразии вероисповедания и о том, что процесс изменения религии и есть обычное состояние хутана на протяжении нескольких тысяч лет. Время течет подобно зыбучим пескам. Потоки экипажей, гул человеческих голосов уже остались в прошлом. Не считая изредка приходящих сюда иностранных китайских туристов, а также любителей истории и археологии, большую часть времени храм Равак одиноко и безмолвно возвышается среди песков. И только сторож, молодой уйгур Абдульмит, всегда рядом с руинами тысячелетнего храма. Для лучшей защиты этих важных древних руин организация охраны памятников культуры назначила сторожа из местных жителей для ежедневной охраны развалин буддийского храма Равак. Так, 4 года назад Абдульмит получил эту работу. Деревня, в которой живет Абдульмита, находится далеко от Равака, поэтому он живет в простом домике рядом с развалинами храма и работает по 3-4 дня подряд. Его обязанности входят очищать настил от песка, охранять окружающую среду, не позволять неосведомленным путешественникам заходить на территорию развалин. С первого взгляда эта работа кажется простой, но, говоря словами Абдульмита, это почтение предков и долг перед историей. К северу, по реке Хутан, в землях пустыни Такламакан первые солнечные лучи пробудили старинную тысячелетнюю крепость на вершине горы Мазартак. Крепость Мазартак, защищенная горами, расположена в северной части области Кавак. Тысячу лет назад здесь проходила главная дорога транспортного сообщения, но в большей степени крепость использовалась в военных целях. Она являлась и древним аванпостом, и проходом в государство Витянь. Благодаря своей стратегической позиции крепость была неприступной. В те годы ислам продвигался на восток, и это стало причиной затяжной религиозной войны с буддийским государством Витянь. Халиму 这些都是宗教三人遗留下来的东西，所谓的圣墓都是古战场，古战场战死的伊斯兰将士集中安葬了以后，把它变成一个追思和加以崇拜，甚至是扩张伊斯兰的这么一个圣地。 Новое вероисповедание полностью изменило облик общества древнего Ютяня. Но старый город по-прежнему хранит никому неизвестные тайны, и здесь трудно разглядеть истинную историю. 这是从杜瓦煤矿出土的一批佛教的饭，有佛头饭、羊饭、手饭、火焰饭。因为佛像它的偶像崇拜，这些饭的出土是在皮三县的杜瓦煤矿。当时宗教战争的时候，因为伊斯兰这个部队已经打到中原了，这些人在仓忙中逃走，但又舍不得把这些佛教的用具毁坏或者扔掉，他们就把它埋藏到那个。 煤矿里头，就现在是煤矿，当时应该是个坑，想到可能有朝一日他们还能返回，再把它挖出来。百年战争之后对佛教的破坏也可以说是成年，而在这一次的。
宗教战争中所有的佛教遗迹、佛教建筑基本上都受到了。所以说，整个和田的佛教文化的战争就戛然在这个宗教战争内。В пересохшем русле реки у подножья горы Мазартак тысячу лет сохнет, но не увядает тополь ефратский. Это доказательство того, что на этой земле произошли роковые перемены. После того, как мусульмане покорили Юйтянь, Аллах стал богом этой земли. Вместе с течением истории вероисповедания смешивались на этой земле, а смешиваясь, развивались. После окончания религиозной войны среди посланцев государства Юйтянь, отправлявшихся на Срединную равнину, все еще были буддисты, а посланцев Срединной равнины, посланных в западные края, сменили мусульмане. Такое сложное взаимодействие отражало тесные политические связи между Срединной равниной и западными землями. Во времена правления императора Тайцзуна династия Тан учредила наместничество Аньси. В 1762 году Цинская династия учредила должность военного губернатора Или. В 1884 году правительство династии Цин учредило провинцию Синьцзян. И даже сегодня скульптура председателя Мао Цзэдуна, сердечно пожимающего руку Курбану Тулуму, по-прежнему является достопримечательностью Хотана. Курбан Тулум и его потомки истории своего рода засвидетельствовали колоссальные перемены, произошедшие в Хотане после образования КНР. В хотанском уезде Чира, на южной окраине пустыни Такламакан, у северного подножья горы Куньлунь, есть область под названием Дамагоу. Это название происходит из буддийского санскрита «дама», то есть санскритского «даму», что означает «буддизм». Значит, Дамагоу – это место распространения буддизма. В 2000 году здесь, под песчаным барханом с растущими гребенщиками, молодой уйгур случайно пробудил старинный буддийский город, крепко проспавший тысячу лет. Это событие потрясло археологов всего мира. Тогда挖的过程中认为像古代遗址里面应该有财宝，后来没有发现金银之类的财宝，以后呢他有些生气，就有一个对一个完整的佛像踢了一脚，之后呢传说就发生了一些戏剧性的一些变化，就说这个小伙子当即在骑摩托车返回的路上摔断了自己的腿，不管他真是有，但是有两个非常真实的历史文化背景的因素在里面，一个是对当地保留下来古老的东西，当地居民也敬畏之情。另外一个，古代和田自古以来这个区域的人，也是对着宗教有着非常强烈的虔诚和信仰。Это открытие привлекло пристальное внимание Китая и всего мира. В сентябре 2002 года археологическая экспедиция во главе с руководителем Синьцзянской археологической группы при Институте археологии Академии общественных наук Китая У Синьхуа прибыла в Дамагоу на раскопки руин буддийского храма и дала храму название «Топкордон номер один». В настоящее время это самый маленький буддийский храм дворцового типа. Буддийский храм расположен на севере и обращен фасадом на юг, выполнен в форме квадрата с глинобитными стенами на деревянном каркасе. Остатки трех сторон, восточный, западный и северный, высотой около 1 м 30 см. От южной стены сохранился только деревянный остов. Предположительно, здесь был вход. Общая площадь храма всего 4,5 квадратных метра. Все стены расписаны прекрасными фресками на мотивы Махаяны. В центре храма статуя Будды, оставшаяся часть которой высоту составляет 65 сантиметров. Часть ниже статуи сохранилась, а часть выше груди разрушена. Люди, жившие тысячу лет назад, кланяясь, смогли соприкасаться со статуей Будды. Работника, присматривающего за храмом, зовут Муталиф. Окончив в 1996 году исторический факультет Синьцзянского университета, он и подумать не мог, что его работой будет охрана самой крупномасштабной реликвии буддийской архитектуры, и что он будет присматривать за самым маленьким в мире изящным буддийским храмом дворцового типа.
可以洗钱吗？现在不能，不能洗钱，演不成，演不成，演不成。从这搁这儿都坏了，已经这已经坏了一会儿半会儿了，这么长时间。我只是过来给你复查一下，看一下。好好，是吧？这样的话，回头采取什么措施？我跟那个后厂商量，演出定洗刷。好的，好的。咱们先让我养伤好吗？一下。从这情况看，这是目前塔克拉玛干，也是我们迄今为止我们国家早期佛教遗迹里面保存状况最完整、规模最小，尤其是那尊塑像。这是塔克拉玛干迄今为止，不管是外国探险家拿走的，还是我们所能够发掘出土的地表佛寺里面最完整的一次。Стены этого небольшого храма изнутри украшены изящными буддийскими росписями. С левой стороны от сидящего Будды изображен бог-защитник Хотана, небесный царь Вайшравана, а с правой стороны изображение супруги небесного царя. Образы фигур на настенных рисунках изящные и яркие, детально прорисованные. Им присущи спокойные цвета и четкие линии. Несмотря на тысячелетний сон глубоко под землей, они все еще яркие и полны жизненной энергии. Но мало кто знает, что этот самый маленький в мире храм кровными узами связан с культурой Срединной равнины. 财神最早也是来自于和田，是和田的守护神比沙弥天王。比沙弥天神实际上他是在佛教里面是一个大神，更早的时候是印度教的一个文化对当地的影响。这些东西变成和田本土的东西以后，在佛教东传的过程中对我们的影响极为广泛，包括我们的托塔李天王，包括我们唐王朝的李姓，都跟西域的这些古代文化的相互交互影响有关系。这些东西是印度教的一个小的一个神吧，后来在和田变成了大神，变成了开国甚至是护国的这么一个神，进而深远地影响到整个东亚文化。从这点来说，和田它是一个文明中介的一个关键区域，它的这种文明的关联性或者历史文化的关联性是世界性的。我们现在就两个班，一个班四个人，我们轮班值班，然后一般来这个看博物馆的嘛，我们接待。我们值班是从两个留下，两个这个托普利顿佛寺遗址周围，也是这个保护范围里去。一天我们去南边，一天去东边，一天去西边。这个遗址完全转的话，四天之内这个。Оберегая древние памятники культуры, люди оберегают историю. У начальника управления по охране древних памятников культуры Хотана Джан Хуа Дзе, кроме чувства долга и чувства успеха, осталось и немало сожалений. Работники по охране культурных памятников сталкиваются с крайними природными условиями. Поиски и охрана руин встречают множество трудностей. Вот уже много лет Джан Хуа Дзе непрестанно тревожится о затерянных в Таримской впадине развалинах. В 2008 году на Нанфан был большой дождь. У нас на Тарими Пэнге упал дождь. 记得是大年初五，于田县文体局报案，我们就去了。去了，当时我们前面准备不充足，但是我没想到深入到他那个盆地的腹地，雪还没有化，他在一个高地上，那个残棺被散落在一地，然后有妇女饼，还有一些木雕的木偶，另外发现两具干尸，但是干尸都被肢解了，头在一个地方，手在一个地方，腿在一个地方，但是可以看出他是白种人，因为是黄头发、黄胡子，那个女的脸非常白，然后穿的那个服装都是以前的那麻的或者是毛的，我们判断他是塞种人，就是最先进入他那个棚里那个人种，在零下30多度，我们扛着文物出来，一身都是汗。那地方还没有柴火，好不容易司机晚上动行以后，找了几个柴火，也是几千年前的干枯羊，没有火力，光见的有微弱的火星，就是没有热量，喝的是冰水，吃的是冰羊肉，啃的冰苹果。我们走了一个半小时，我们最终把一些很多作为文物的东西我们拿出来了。
Тысячелетние песчаные бури пустыни Такламакан не похоронили многочисленные незримые узы истории. Для живущих здесь людей вера предков – это не только реликвии, рисунки, орнаменты, украшения, постройки, пища под песчаными дюнами, кажущиеся далекими историческими воспоминаниями, они по-прежнему – яркая часть повседневной жизни хатанцев. Сунгяо战争场面留下大片尸骨在这个地面上，我当时捡到陶器上的一个纹饰，是一个典型的莲花形状，然后拿给老乡们看，当地的就是我们同行的这些维吾尔族学者和随行的驼工们看，就是馕上的一个痕迹，馕大家都知道新疆吃的大饼，烤饼上的那个痕迹，戳出来的那个印记实际上就是莲花。你说佛教文化到现在没有影响吗？仍然是在新疆人的地毯上，在新疆人的客厅找阿渊的这种建筑的天花板上，精彩的繁杂的这种木雕里边，大量的佛教比如说莲花图案的背景在里面，这都是一个佛教文化呀传承和以后在生活中不能磨灭的一个痕迹。你想把它弄掉，老百姓并不愿意，或者老百姓会无意识地坚持下去。好，石头有一个清真寺里面我就见过，他的那个顶上面的话，那装什么呢？有那个莲花图案。建这个清真寺的工匠啊，他只是把它作为一种，比如说师傅教给他一种手艺哈，或者说觉得这是一个很好看的美观的一个图案的话，他自己可能并不理解新疆的文化，它实际上是个多元的文化，包括新疆的宗教信仰也好啊等等，都是多元的啊。他仅仅从宗教方面去看，在新疆这块的话，从古到今啊。那是经过了不同的宗教反复的一个更替的一个过程啊。для молодого муталифа оберегать историю не только его мечта, но и повседневность. Он, долгое время проработав в маленьком буддийском храме, получил прозвище «старший монах». Каждый раз слыша, как люди зовут его «старший монах», он всегда улыбается. Уйгурский парень, выросший в Хотане, совсем не обижается на это прозвище. Он говорит, мол, пусть зовут так, ведь наши предки-уйгуры тоже верили в буддизм. Об этом свидетельствуют нарисованные здесь фрески. Хотан – это толстая историческая летопись, которая вбирает в себя культуру каждого народа, и нужно внимательно изучить ее. Хатан – это величественная картина времени и пространства с древности и до наших дней, и нужно прочувствовать ее. Уже прошло 2000 лет, и неважно, звучат ли древние напевы буддийских монахов или же звуки церемоний сегодняшних мечетей, протяженные снежные горы Куньлун и бескрайняя пустыня Гоби великодушно держат в объятиях живущих здесь людей. А хатанцы такой же открытостью и толерантностью продолжают писать историю и создают будущее.